Что? Украинцы. Зараза. Украинцы, да? Приезжай в Украине я запомнил. Украинцы, да? Вот, что на самом деле, когда информация с Украины является для нас, для россиян, самой важной. Потому что когда мне говорят, что там что-то во Франции, что-то в Америке, это никого, это через 10 фильтров. Это все, что секс, извините, с тремя контрацептивами. Нет, до этой Франции нет дела. А вот Украина, вот она реально... экзотику вся. Это чисто нервно. А вот Украина... Украина. Поэтому у них самая главная пропаганда брошена против Украины. Она все время искажает образ Украины. Это дошло уже за обычных граждан рядовых, которые не задумываются. Вы знаете, сколько у нас времени заняла информация о том, что в Крыму на сайте там каком-то, какого-то местного правительства появилось 4 фотографии Голодомора, из которых 3 неправильные. А 3 были не про Голодомор. Это вся страна обсуждала в течение там, 10 выпусков новостей. Они про Голодомор говорили в 10 раз меньше, чем об этом сайте, на котором 3 фотографии оказались ошибочными. Ну, как самое главное для нас сейчас, правильно, это наша возможность. Это же как пропаганда. Она не должна так действовать. Что ты хочешь, откуда пропаганда? А просто сообщать, потому что они же не смотрят. Почему же не смотрят? Вот, я просто хочу обратить ваше внимание, что вы для нас очень дорого, очень важны. Потому что если у нас услышат то, что здесь будет трудно вот эту сталинщину втягивать и поднимать назад, понимаете? Поэтому это очень важно. Вот такой сайт, если это будет серьезный, мощный сайт, он будет важным фактором. Это сайт, где могут быть статьи по актуальным темам, потому что Голодомор. Потому что у нас оболган, вы проиграли информационно. У нас в стране, не считается в стране, неправильная информация о Голодоморе. Если бы вы дали несколько ваших статей, которые бы в России могли бы прочитать, хотя бы, так сказать, лидеры мнений, ну, хотя бы эксперты, на сайт, вот на сайт. То есть сайт, это назначение, это изучение, это рефлексия по актуальным темам, это общая история, это борьба с советским прошлым и так далее. Есть здесь кто-то готов написать о восстании в лагерях, потому что у нас будет об этом статья. И если бы это было сразу выстрел из двух орудий, украинского и российского, было бы эффективнее. Так, ну Игорь что, Борисович, на итоге спорим, что? В архипелаге ГУЛАГ есть глава, называется «40 дней Кингира». Да. Уже все написано. Ничего подобного. Только ничего. Это должно лежать в каждом киоске. Юра, значит, что касается 40 дней Кингира, Солженицын там пишет, что он знает, что были восстания в Иркутии и Норильске, но он не может об этом писать, потому что у него нет информации. Почти дословно то, что там написано. Причем Кингир – это вообще отдельная песня. Кингир был 54. Я имел в виду, не факт написания, а факт популяризации. Здесь не популяризация, здесь совершенно новая оценка, понимаешь? Потому что вот эти восстания, они сломали Сталина. Игорь, не сейчас спорить. Сейчас мы не должны так. Хорошо, мы на сайте. Надо еще подумать. Так, господа, 30 секунд, прошу вас. Больше не возьмите. Я хорошо понимаю беспокойство Виктора Шендеровича, что мы разойдемся и все, это все потом пойдет на английском. Значит, этого не произойдет. Потому что кто не захочет, тот просто встанет. Кто захочет? У нас же уже есть закрытая рассылка. Мы в рамках этой рассылки все эти вопросы можно решить. Каждый день. Письмо пишите, мнение, предложение. Надо искать, простите, поговорить. Я понимаю, что я услышу. Надо попытаться придумать, может быть, просто вспомнить, потому что он рядом лежит. Какой-то... Я прошу прощения, секундочку. Надо попытаться придумать некоторый прорыв в смысле информационной технологии. Рассылки внутри себя, переписка между собой и размещение на своем сайте того, что мы сами добыли, это все довольно странное занятие. А РЭДИ вспомнил, Федор, да? Нужны информационные поводы, нужны какие-то новые возможности, ну, технологические, мы должны придумать, как это будет сделано. Потому что это полно, да? Ну, вообще, пальцы устали загибать, да, много чего есть нам рассказать.
И про восстание, и про то, и про пятое, десятое. Про язык, дискуссии и... Как? Каким образом? Значит, я могу сказать просто, как говорится, да, мы это сами. Если реализовать вот то, что сейчас намечено, если это делать, наиболее экономичным вариантом является создание информационного центра, который будет снабжать все площадки и каналы соответствующей информацией. Должен быть человек, который там будет постоянно работать. Это да, это информационный центр. Вопрос в том, как говорится, где он будет висеть или сидеть, этот центр. Самое смешное, что у нас есть русско-украинский информационный центр. Такой центр, что еще ого. Вот если все присутствующие согласятся с тем, что это действительно так и надо, то детали потом уже согласились. Желание подводить итоги. Каждый хочет что-то сказать, или тот, кто хочет, может сейчас это сделать. Можем двигаться по кругу. Пожалуйста. Я не хочу усложнять ту программу, которая уже у нас наметилась, но для любителей застывших форм я бы предложил хотя бы как тему, я верю, что будет еще у нас встреча для дальнейшего обсуждения. Мы сейчас тушим пожар. Вот это вот неадекватное освещение двусторонних отношений в СМИ. Это надо делать действительно. Но надо думать и о других формах влияния, может быть, более фундаментальных. Пока что ни у России нет видения, не только, видимо, своей политики, политики в отношении Украины, по крайней мере. Не Украины нет видения того, какими должны быть двусторонние отношения, имея в виду стратегическую перспективу. То есть нужна концептуализация происходящего, то есть нужна серьезная исследовательская какая-то работа. И если это привлечет чье-то внимание, то в нашем кругу, давайте думать о том, чтобы, может быть, в следующий раз обсуждать и такую программу, тем, чтобы могла... Ну, скажем так, академическое сообщество поучаствовать в этом смысле в решении общей проблемы. То есть я верю в то, что будет вот такая живая публикация по поводу нашей дискуссии сегодняшней. Но я говорю о том, чтобы на перспективу задуматься над серьезной аналитической работой, которая была бы выполнена по более-менее согласованному плану небольшой группой россиян, небольшой группой украинцев, имея в виду взаимное видение стратегии двусторонних отношений и на уровне государств, и на уровне народа. С украинской стороны какие факторы, кто за это возьмется? Я скажу, кто из России. Ну, я знаю, кому да, предложить в рамках творческий участок. Научно-практической конференции. Понятно. Так, следующий. Подводим итоги. Кроме того, что меня поругать. Я еще не начинал. Мне было чрезвычайно интересно. Я, честно говоря, боялся, что двух вещей противоположных. Одна, что будет группа заорганизована, вторая, что будет стенка на стенку, будет увидеть, кто виноват. Да? Ни того, ни другого не произошло. Для меня было много, чрезвычайно, для меня самого было много новой информации. То, чего я не знал. Для меня микроскоп приблизился, так сказать. Я видел многие вещи, которые издалека я видел. Мне бы действительно хотелось, чтобы это все, вот это все наше, как у Искандера сказано, чрезвычайно своевременное начинание, да, его не постигла судьба других советских, российских, называю украинских начинаний, что мы поговорим, выдохнем, да, и с чувством выполненного долга разделимся, да, и забудем, и потом через полгода еще раз приедем поговорим. Действительно, хотелось бы, чтобы это все приобрело какую-то структуру, чтобы мы начали чего-то потихонечку, шаг за шагом делать. Мне это было интересно. Игорь Николаевич. Присутствовать, работать других голова, а именно, что проблема современной России не в Путине и даже не в режиме Путина. Вот
беда вся в том, что у нас сейчас этот лозунг или призыв «Долой Путина, смена правительства» набирает силу. Его уже, так сказать, не только коммунисты, его отстаивают уже и «Солидарность», и Немцов, и этот самый Лимонов, и кто только не говорит, да? Вот. И Каспаров, да. Кстати говоря, к ним я отношусь с огромным уважением, да. Но, к сожалению, вот зацикленность на идее «Долой Путина» или «Долой режим Путина» с моей точки зрения сейчас представляет собой огромную опасность в том смысле, что ничего это не даст, это «Долой Путина», если это будет даже реализовано до тех пор, пока не будет нацеленности на изменение парадигмы России. Вот в чем дело. Но, к сожалению, я должен про себя сказать, про эту идею, она не получила, здесь, как мне кажется, отклика, вот духа и даже внимания. И я вот не знаю, правда, с Виктором, я не спрашивал его мнения, по глазам ничего не вычитал у него, а... Пустые глазки-то. Значит, а вот... со стороны многих других, говорят, открытие – это неприятие. Из этого я делаю какой вывод? Из открытия неприятия. Да. Не тот, что, допустим, Шелов, Федор, нехороший человек. Он нехороший, на самом деле. Нет, потому что ужасный. И не потому, что Чубайс. Из этого я делаю такой вывод, что мне надо еще больше работать над собой, да, и проговаривать, прописывать, аргументировать, доказывать то, о чем я говорю, да, более убедительно, так, чтобы это становилось как понятно. Именно так. Просто исключительно на уважение к вам. Я хочу сказать, что большинство присутствующих с украинской стороны, то, что вы пытаетесь доказать, в принципе, для нас это почти аксиома, то, что вы говорите. Поэтому нас уговаривают в том, что вообще-то, если избавиться от Путина, а потом будет Лафа, то это не так. Мы знаем, что у вас вообще история движется по синусоиде. До Александра II, Александра III, Николая I, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев и так далее. Но мы понимаем прекрасно, что вот если парадигма не будет, нам не нужно это доказывать. Следующий Акрам. Это... Хорошо. Акрам, у которого тоже две минуты. Просто верю. Итоги. Программа «Итоги». С Акрамом Муртазаевым. Итоги здесь, как бы, очевидны. То есть мы создаем механизмы реализации того, что здесь говорилось. Но опять же, вот я согласен с Шендеровичем, что вот эта технология должна быть обязательно тщательно прописана, которая, поскольку если она не будет прописана, она канет в какое-то далекое будущее или в какое-то далекое прошлое. Если мы говорим о сайте, то нам нужно создавать этот сайт, это же не просто его, наполняемость его, это не технический момент, это момент интеллектуальный, потому что нам нужно плюс ко всему сделать так, чтобы сайт стал привлекательным для читателя. Чем он должен быть привлекательным? То есть его надо создавать его, конечно же, концепцию, и надо сажать туда человека, который будет... В общем-то, безжалостно работать с материалами, поскольку сайт... Я знаю этого человека. Да, потому что если мы его наполним каким-то вот этими вот полотнами, то это будет совершенно нечитабельно, который может раздавать внятные задания всем присутствующим и также следить за их исполнением и опять же сидеть и править над этим работой, это достаточно серьезная работа. Плюс ко всему, естественно, концепт, поскольку просто заливание материалов, мы говорим же не об этом же. Мы собираемся, Александр Алексеевич, после этой встречи в Москве, там это обсуждаем. Ну, вот это, да. Александр Алексеевич, почему мы, в принципе, договорились объединить усилия в попытке понизить порог
что манипуляции общественными мнениями в наших странах. Если это так, то мы это принимаем, безусловно, и стоимость того, что лучший способ сказать об этом, это сделать. Спасибо большое. За краткость отдельное спасибо. Леонид Борисович. Две минуты. Я понял. Профсоюзы готовы нас поддержать всеобщей забастовкой? Игорь, ты не просил, так сказать, сказать, вот, что мы будем делать. Нет, итоги, впечатления от встречи, итоги. Вот, я то есть скажу, что я сделаю. Я соберу вот эти 5 организаций крупных, выберу, что у нас есть, а это пруд, плоди трудов не стоит, что про нашу Украину хочется говорить. И скажу, вот я был, вот я слышал, вот я видел, вот это ж ложь. Вы должны хорошо понимать вот такую грудь лжи. Нас все время, значит, морочит там голову, отвлекает Сергей. Это я сделаю. Что я очень боюсь? И они мне в ответ скажут, а тем временем, что чего ты нам морочишь голову? Мы это и без тебя знаем. Мы это отлично знаем. Наша задача, вот здесь я с Юрием Николаевичем согласен, наша задача. Демонтировать режим Путина. И в этом отношении Украина нам может невиданно помочь. Нужно, не знаю, как угодно, что угодно ей мы должны помочь, чтобы они не допустили наших ошибок, чтобы они не пошли по нашему пути, чтобы им потом не пришлось делать, какое положение мы сейчас попали. Вот в чем дело, и, видимо, больше... Поэтому добрый контакт, что угодно, я на все согласен, на сайт, на что, подключать организации профсоюза, политические организации. Давайте устроим контакт, что мы чем мы можем помогать, чтобы вы нам помогли, чтобы вы для нас были примером, вот что нам нужно. Так, Юра. Ваше видение? Мое видение явно не бесполезно, как минимум. Очень интересно. Ближайшая колонка редакторов майских по северу, но апрельских средств, будет про это. Лицензия на про это не будет. Да, это ночная программа? Сделаю интервью рядом людей, которые сидят за этим столом. Вот, поэтому... Повторяю, конечно, всего 3000 у нас тираж, но тем не менее 4 континента подписчиков. Все морякам дадим. Да, все морякам дадим. И не все будет выброшено в океан. Так что со своей стороны максимальное освещение гарантирую. Спасибо. Олейников Александр Алексеевич хочу выступает инициатором. И я думаю, что на его основе можно реализовать этот проект, хотя бы первый стадий. Чего, пожалуй, не хватает. Практически все вещи, кроме того, чтобы наладить информирование, были обращены в прошлое. Голодомор в истории. Но давайте так, обе наши страны страдают из того, наши отношения, что у нас нет, если хотите, совместных проектов. Мы расходимся в разные стороны. Поэтому, возможно, это собрание может предложить хоть какие-то направления, какие-то совместные проекты, хотя бы обозначить их. Которые мы были в разных сферах, ну, например, в сфере безопасности. Могут наши страны хотя бы теоретически внести свой вклад в европейскую безопасность? Как это может быть? Вот, пожалуйста, и НАТО. Потому что мы все говорим о НАТО, а полком никто не знает, что это НАТО, нужно ли оно вообще на Украине. Вы считаете, что это задача для гражданского общества? Почему? Почему? Мы должны инициировать эти вещи. Второе, условно, я сказал так. Или, например, могут быть ли совместные экономические проекты, кроме распиливания этой трубы, или гуманитарные проекты. Кроме обсуждения, пилить ее в утвержде из папера. Ну, копия, или там не струба. Поэтому, мне кажется, если эти аспекты инициирования вот этих проектов, то будет только усилить проект. Потому что все не может направлено только в прошлое. Или хотя бы настоящее, или сводить только к информированию. Хотя это будет параллельно. Вот это я бы сказал. Спасибо. Спасибо. Обсуждение это понятно, однозначно полезно. Но всегда ухожу с этих обсуждений с тем, что в организационную форму никогда не претворяется. Потому что нет никакого, не просто общего видения, оно, наверное, невозможно. А нет даже подходов, обрисованных к общему видению. Вот я думаю, что режимы, конечно, сменятся на Украине. В ближайшее время в России сменится режим Путина. Но это проблем не решение. Все равно нам придется каким-то образом жить рядом.
и договариваться или не договариваться. Пока я вижу последние годы, скажем так, количество или численность внутренних и внешних фронтов у нас только множится. Я думаю, какое-то время это будет еще происходить. Поэтому в любом случае, наверное, придется каким-то образом договариваться. Но я думаю, что здесь нас будет ждать еще очень много неожиданностей. Вот. Ну и в любом случае, наверное, скажем так, может быть, Украина не будет в том составе. Вот, потому что пока, на мой взгляд, по тренду, как говорится, все идет пока к развалу. Поэтому я думаю, она вам не поможет. С Россией аналогичные ситуации. Распада, я думаю, не будет. Вот. Но смена режима вполне возможна, а либеральному движению все равно придется решать проблему, как ему ужиться с данной, если хотите, почвой. Потому что проблема, в принципе, остается та же, что и 100 лет назад. То есть либеральный проект, насколько он подходит к российской почве. И там есть, вы сами знаете, есть несколько направлений. Что-то подходит, что-то нет. Все равно придется эту проблему решать. Поэтому я думаю, что в дальнейшем это еще придется обсуждать. Ну а сюда, я думаю, что все-таки россиянам надо сюда ехать. Немножко больше смотреть, чем мы дышим, потому что иногда, частенько действительно, когда вы приезжаете, вы не совсем знаете, какую среду вы окунаетесь. Поэтому смотрите внимательнее. Вот. Тоже не все так происходит, как на наших печерских холмах рисуется. Безусловно, не то, что идет по РТ или РТР. Пан генерал. Спасибо. Дякую. Благодарю, друзья. Значит, я очень доволен тем, что такая встреча произошла. Особенно все-таки она произошла не спонтанно, она прошла на основе вот тех идей, которые мы с вами имели одинаковые в голове, я имею в виду демократическую платформу, ровно 20 лет тому назад почти. Мы стали несколько другими, опытными, умнее и так далее, но приверженность вот этим демократическим идеям мы все-таки не потеряли. Что я вынес из ситуации сегодня, получил какую информацию? Я хочу вам откровенно сказать, много я получил для себя. И что-то хорошее, но и в то же время и опасные тенденции. Что я увидел опасного? Опасное в том, что России проблемы становления или развития в сегодняшнем мире намного сложнее, чем в Украине. И учитывая вот взаимосвязь, которую мы имели, имеем и будем иметь, я боюсь, чтобы Россия в своем движении не нанесла неосознанного удара по Украине, потому что если провести аналогию, вот утопает человек, он старается во что-то опереться и в первую очередь, найдя неадекватное сопротивление, продавливает первый этот кол или цепляет за растение, отрывает ему голову. И вот в наших отношениях не наступило тот момент, что вы вначале начнете рвать голову или нас заталкивать туда. Это вот в ответ на слова, прежде всего, Юрия Николаевича. Большое видится на расстоянии. Это вы знаете, классический термин. И смотреть надо в будущее. Я еще раз подчеркиваю. У вас очень сложное будущее, потому что опасности у вас десятки раз больше, чем в Украине. Мы одну опасность ощущаем, и то неосознанно. Вы вот в конвульсиях вы бьете нас. У вас сложности, а вы нас бьете, украинцы, просто по привычке. Вот это вот нужно устранить. И безусловно, что мы, как украинцы, понимая, что наша сила в хороших добрососедских отношениях, вот укрепление этих добрососедских отношений,
при принципиальной позиции отстаивания национальных интересов, это наш долг. Это непросто. Нас не понимают, могут называть националистами, но это будет действительно реальная большая помощь для России. Мы будем это делать. Спасибо. Я думаю, что ничего нет лучше диалога, это хорошее изобретение человечества. В этом смысле встреча была очень интересна и, я думаю, полезна. Поначалу она была сумбурной, но это тоже, наверное, естественно, потому что говорили обо всем сразу, поскольку это первая встреча. Я думаю, что на будущее, когда у нас будут подобные встречи происходить, стоит определять какую-то более узкую, может быть, более конкретную тему для разговора, тогда он, наверное, будет более таким, более конструктивным. Хотя и этот был тоже очень интересен и полезен. Все больше появлялось, чем дальше, тем больше страсти, мыслей и главные конкретные предложения. Что касается перспектив Украины и России, то, мне кажется, самая главная проблема – это проблема равноправного диалога между странами, между государствами. Потому что вот это какая-то тяжелая, болезненная давняя проблема – равноправность в диалоге. Украинцы привыкли заискивать перед Россией, а Россия никак не может вот избавиться от синдрома старшего брата. Мне кажется, вот здесь есть болезненные узлы, до сих пор они еще остаются. Дальше, то, что касается конкретики вот, в отношении сайта. Я сам являюсь главным редактором литературного сайта, ну и, конечно, как и все понимают, что это штат, это деньги, это помещение. То есть я поддерживаю Виктора Шендеровича, что надо быть максимально конкретными, и очень хотелось бы, я понял так, что у вас уже будет там конкретный разговор на месте, я понял, как вы это будете делать, но надо, чтобы с украинской стороны тоже кто-то был диспетчером, чтобы был ключевой человек, который бы знал, что это его крест, и он будет работать с нашей стороны по информационной линии именно с сайтом. Что касается сайта, то, ну, конечно, тут очень важно, чтобы все мы стали авторами этого сайта, хорошими авторами. И среди тех проблем, о которых уже было сказано, мне кажется, не стоит и упускать из вида того обстоятельства, что мы, в общем-то, на уровне массовом плохо знаем друг друга. Я, когда встречаюсь со своими коллегами из России, то просто поражаюсь, что они не знают таких элементарных вещей по истории, по культуре. То есть нужны какие-то познавательные рубрики, там истории, по культуре, взаимно, я имею в виду, чтобы просто лучше были информированы по поводу того, что такое Украина и что такое Россия на всех уровнях. И последнее, я думаю, что не стоит отказываться от предложения издания книжки или книжной версии сайта, потому что вот мы это делаем у себя. То есть есть сайт, а параллельно мы дважды в год издаем книжные версии, и это получается очень хорошо, потому что одно другого никогда не заменит. Поэтому надо, я думаю, настраиваться и на то, и на другое. Вот и все. Пока. В силу малости того времени, которое мне отведено, по сравнению с господином Шендеровичем и многими другими, малости времени жизненного. То есть мне уже 70-й год, поэтому я считаю, что у меня еще не так много осталось. Да. Но 50 у тебя еще есть. Ну, хорошо. Поэтому я являюсь огромным оптимистом. Потому что времени у меня мало, и я хочу, чтобы то, что совершится, то, что я хотел, чтобы произошло, я хочу, чтобы оно произошло в это время. Поэтому я неизбывный оптимист. Люди намного моложе, они пессимисты, потому что у них много времени впереди, они могут все подумать. Поэтому для меня очень важно, чтобы все-таки то, что, о чем говорил первым, сказал господин Шендерович, чтобы это все-таки произошло, и я с удовольствием какую-то роль принять в сайте, все. Единственное, что все, то есть я когда-то хорошо заработал, но у меня уже все эти деньги уже во что-то вложены. Вложены абсолютно такие. С удовольствием делать я буду, с удовольствием могу даже писать 120 статей, если нужно. Просто вам это быстро надоест. Поэтому, все-таки, пожалуйста, я с удовольствием подключусь. И в завершение только хочу, если вы дадите мне 2 минуты, хочу напомнить блестящий кандидат, доктор физмат науки и одновременно диссидент
Курчин. У него была небольшая книжонка, она называлась «Физики шутят». И там была такая реприза. Население Италии составляет 57 156 350 человек. Из них члены парламента, вот я не знаю, как по-русски, я вот, как не злочинцы, как по-вашему? Уголовники. Столько-то депутаты парламента и как не злочинцы. Там домохозяйки, военные, студенты, пятые, десятые. Остались двое, ты и я, но я устал, поэтому надежда только на тебя. Ну, я хочу сказать, что, конечно, я понял, что Россию лучше рассматривать из Киева, чем в Москве. Виднее гораздо. Тем более с помощью наших украинских друзей. Это замечательный диалог, прекрасный. И, конечно, вот в последний момент возникли темы, которые мы даже не обсуждали, допустим, та же проблема НАТО. Я хочу сказать, что если, допустим, Россия пойдет в НАТО, что вполне вероятно, то сразу автоматически отпадает... проблема вступления Украины в НАТО. Когда вы вступать не будете? Ну, не знаю. Когда вступать не будете? Я думаю, что подобные темы тоже должны найти свое место на этом сайте. А на самом деле, единственное, хотел бы поблагодарить организаторов за такую замечательную встречу. Спасибо. Значит, я думаю, что по результатам встреча она вывесила мои ожидания, потому что мы вышли на абсолютно прагматические вещи. Да, неожиданно совсем для меня вот эту прагматическую тональность задавал господин Шендерович, да, у которого секрет. Должен быть среди вас деловой человек. Ну да, так это секрет, да. Вот, поэтому я думаю, что... Да, мы обсудили и идеи, и сайта, идея материализируется. И более того, мы понимаем, что такие вещи, ну, что-то можно делать на энтузиазме, что-то требует, значит, какого-то финансирования. Очень хорошо, что господин Дроздов как бы сам сказал, да, и вчера Попович, как мы сказали, да, тоже. Потому что есть возможность подачи на грант-фонд Відродження. Да, я думаю, что это абсолютно реальные вещи, и в организационном плане, я думаю, я понял, что у Владимира Петровича есть желание подключиться к этому, да, или к форме блога на «Правде». Вот мы обменялись тоже с Александром Тертычным, в принципе, готовы как-то подключиться к этому. Поэтому, ну, давайте, да, давайте двигаться вперед. В общем-то, я думаю, мне это интересно. За работу, товарищ. Да, ура, товарищи, ура. Да, и возможно, я еще сам не знаю, но возможно, вы видели, я ходил и клацал вас всех, да, я вот думаю, что может поставить информацию про встречу на своем блоге на «Украинской правде», да, который, в общем-то, читается. И... Так что... Даже если кто-то будет возражать, все равно поставим. Нет, почему? Я думаю, что... Да, абсолютно нейтрально, я думаю, что просто как информация о встрече, да, я думаю, что сделаю это сегодня-завтра. Другий Володь. Первый, другий. Вам слово. Спасибо. Я хотел обратить внимание на такую форму работы, дальнейшего развития контактов, взаимоинформирования, как, скажем так, профессиональные контакты между украинскими и русскими. Соответственно, ну вот, например, профсоюзами, социологами, историками, театрами, я хотел сказать театроведами. Я терпение боялся, когда они... А украинцы это давать, если честно. То есть мы сможем дать импульс таким контактам, если будет у нас желание продолжать вот в этом направлении. Понятно, что профессионалы проще найти общий язык, нежели людям из других. Я думаю, что вот в реализации этих наших информационных потоков эта идея будет продвигаться и развиваться. И я хотел напомнить одну вещь, которую из выступления вот Алексея, предыдущего выступления, он напомнил, что у нас между Украиной и Россией есть большой дисбаланс информированности о странах соседей. И с одной стороны, между, ну, скажем так, активной частью, ну, интеллектуалами, скажем так, стран, и с другой стороны, и между общей массой населения. То есть тут
и там есть дисбаланс. Поэтому, если будет сайт создаваться, то я сильно сомневаюсь, что один сайт будет одинаково интересен двум странам. Понимаете, в чем дело? Если один сайт, то тогда один сайт для России. Я, например, готов туда информацию давать, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А если для Украины нужен... другая информация. Да, зеркальный наружу. Нормальная история, как выпускаются газеты там с вкладкой для города, да? Это адаптация, разумеется. Это не должен быть буквально переведенный. Дело в том, что я полагаю, что адаптации недостаточно. Тут просто содержательная часть. Но это просто потом уже в ходе нам можно будет, да. Будет разработка сайта, разумеется. Спасибо. Евгений Бачевский, Генплатформа. Просто мне понравились слова Виктора Шендрувича о том, что когда шла речь о гражданском искусстве, а чем мы здесь занимаемся. Я просто вспомнил то, что было 20 лет назад. И это прекрасно. Их людей, которые здесь присутствуют, построить невозможно и организовать невозможно. Дайте побольше. Дайте нам побольше. Пожалуйста, Валерий Хмельков. Да, я очень рад тому, что состоялась эта встреча. Очень полезно было выслушать и с той, и с другой стороны, своих украинских сограждан и друзей, которых давно не видел еще со времен, не совсем со времен Дерпенсборга, но очень давно. И практически для меня вывод – это то, что тот совместный проект, который мы начали с центром, Левада-центром год назад, и который пока имел очень ограниченную информационную составляющую, потому что, ну, собственно, три вопроса параллельно, которые ставятся России об Украине, Украине о России, а они немного могли показать. Но те проблемы, которые здесь обсуждались, они фактически показывают, какие пласты и массового сознания, и, условно говоря, массового подсознания, то есть национальных чувств по отношению друг к другу с Россией и с Украиной, необходимо исследовать. И, ну, что касается нашего института, я уверен, что мы будем двигаться дальше в этом направлении, и если будет какая-то поддержка в России нашим коллегам московским, то я думаю, что они тоже очень многое могут сделать, потому что историю, конечно, нужно знать, конечно, нужно изучать. Нельзя не изучать то, что есть сегодня, потому что история как бы сконцентрировалась, некоторые итоги, результаты, да, вот тот остаток, который есть на сегодня, он, конечно, тоже будет изменяться, но на сегодня он есть и становится реальными факторами, влияющими на поведение людей, на их отношения друг к другу и, возможно, и на политиков. Но мы, конечно, изучаем массовые явления, не политиков, больше политологи этим занимаются. Но, может быть, и политологи, которые здесь присутствуют и стоят с другой стороны, тоже придут к необходимости каких-то совместных проектов. Ну, с историками тут каждый уже давно, я так понял из того, что слышал, занимается, и, возможно, какие-то совместные книги смогут быть. Но это, так сказать, уже пожелание того, на что я повлиять не могу, но что касается наших социологических исследований, чтобы они работали в том направлении, о котором мы здесь говорили, чтобы лучше наши народы понимали друг друга и лучше знали друг о друге, мы постараемся это сделать. Большое спасибо за то, что каждый из вас принес на эту встречу. Спасибо. Да. Значит, пожалуйста, вот, господин Хмельков говорил о Левада-центре, так я хочу вам всем сообщить, что господин Юрий Левада, как все, ну, как большинство вменяемых украинцев, родом с Винничины, чтобы вы знали. Друзья, а вы что, оттуда? Друзья мои, значит, вот из последнего раунда нашего обсуждения я вынес необходимость еще одной инициативы, которую я сейчас назову, а именно проблематизация
а и концептуализация внешней политики России в отношении не только Украины. Потому что здесь есть вопрос НАТО, здесь есть вопрос Европейского Союза. То есть это чуть шире, через призму Украины посмотреть чуть шире на проблематизацию и концептуализацию внешней политики России. И, соответственно, то же самое проблематизация и концептуализация внешней политики Украины в отношении России, что тоже не замыкается только на одной России, потому что это более широкое. И если необходимо, то я готов, если коллеги сочтут это необходимым, я готов вот эту инициативу как бы взять на себя. Да, то есть вот реализацию каких-то начальных вещей, да, потому что я надеюсь, что в обсуждении этого примут участие ну, самые широкие, да, вот, вменяемые люди, которых мы, слава богу, знаем. Там. Потому что это, кстати, между прочим, имеет в виду то, что здесь уже звучало, да, потому что есть такая проблематизация и концептуализация политики России в отношении Украины, что да, вот, то, что здесь звучало, что произойдет раскол Украины там, на 5-6 кусков, ура-ура, Россия подберет себе Новороссию, Крым, Киев, Чернигов, да, и наступит всеобщая благодать, а то, что там останется, ну и хрен с ним. Да. Есть такая проблематизация и концептуализация имени Кости Затулина, там, Юры Лужкова, там, и так далее, что мы должны предложить нечто иное, да, нечто иное. Вот. А рассмотрев в том числе и возможность вот такую, да, то есть, и что тогда это для России будет, да, если вот произойдет, да. Что это такое будет для России? Почему там Костя по наивности считает, что все будет замечательно? Я не знаю. Лично я не понимаю, почему он делает это. Вот. И второе. Это скорее, может быть, даже задача нашей стороны отдельно. Но это имеет отношение к Украине самое непосредственное. Почему я хочу сейчас об этом сказать? Это то, о чем сказал Афанасьев. Когда он говорил о том, что вот эти восторженные клики, скажу по-украински, «гэти режим Путина», да, не должны нас гипнотизировать. Потому что если мы не предложим никакую альтернативу, именно мы, то альтернативой будет национал-социализм. Россия валится влево, а слева у нас, к сожалению, самая мощная организация, это коммунистическая партия Российской Федерации, возглавляет ее нацист. Я имею в виду самую ну, вот, организованную да, силу. Если мы не предложим Зюганов нацист, пыльный Орловский обход. Вот я это чувствую очень хорошо, знаешь, вот эти все вещи. Вы торгуетесь и нет, значит, этого достаточно. Значит, для нас этого достаточно, даже для меня этого достаточно. Для меня более да, вот, понимаешь? Поэтому, я повторяю, если мы не предложим вменяемую альтернативу, которая это сможет правда подхватить, да, то и это скажется на Украине. И это скажется на Украине сразу просто, в лёд. Да, поэтому мы тоже должны подумать очень серьезно над тем, что мы предложим. Вот почему я все время как бы в такой полемике. Не только, чтобы Федор на меня не обижался, но я просто хочу его поддержать, потому что с моей точки зрения ситуация у нас такова, что если эта власть падает, то приходит Зюганов. Там другого ничего не сделано. Будем новую дискуссию, Марк Григорьевич еще раз. Большое спасибо фонду Бориса Николаевича. Ельцина, не меньше спасибо Игорю Борисовичу. Спасибо за гостеприимство, спасибо всем коллегам. Мне было очень, я уже об этом говорил, очень действительно не просто интересно, а захватывающе интересно. И, конечно, понимаете, каждый из нас возделывает свой сад на своем огороде. Мы очень разъединены. И даже, простите, послушать Шендеровича в Москве, вот так лично пообщаться, становится все сложнее, уже теперь все сложнее и сложнее. Я уже не говорю о Юрии Афанасьевиче, Юрий Николаевиче Афанасьеве, который для меня ум, честь и совесть нашей эпохи. Вот. Шелов, Передяев, Федоров. Я не буду всех перечислять. Конечно, украинские коллеги, с которыми мне были знакомы. Какие? Какие коллеги? Украинские.
Украинский. Вот видите, он уже... Только научился и сразу. Вот проблема на эфиде. И поэтому, вот когда мы, знаете, когда мы сюда приехали, нам сразу вручили вот эту статью Оксаны Пахлевской. Здесь замечательный первый абзац, который начинается: «Люблю Россию европейскую». И я для себя, я как бы переиначил, вот в заключение хочу весь этот первый абзац вот, заменить слово «Россию» на слово «Украина». «Люблю Украину европейскую, Украину, умеющую сомневаться, Украину, умеющую смотреть на себя критическим взглядом, Украину, имеющую совесть, не какую-то мифическую, особенную, лишь ей присущую, а совесть общечеловеческую. Люблю Украину, умеющую уважать другие народы». Мне очень хочется, чтобы мы подумали еще о том, что здесь вот люди зрелые, старшего поколения, и, так сказать, понимающие, и что такое совок, и что такое наша история, начиная с 9 века, и мы во всем этом прекрасно разбираемся. Но когда я вчера прошелся по Хрещатику и увидел толпы молодежи, понимаете, я смотрел на эти молодые лица, которых им не с числа, мне очень захотелось, чтобы вот всеми этими проблемами были освещены еще и души молодых людей. Не надо забывать, что вот им придется сохранить ту свободу, которая пришла на Украину, которой мы завидуем, и которую мы хотим тоже, чтобы она развивалась. Поэтому, пожалуйста, храните эту свободу, берегите эту свободу и занимайтесь с молодыми так же серьезно, как вы разговаривали с нами здесь сегодня.